Это хороший вопрос, как правильно попросить поддержки, если в ней нуждаешься, потому что у нас это не так не принято, как бы сказать. Потому что ты вроде как просишь поддержки, ты демонстрируешь собственную слабость. Собственную слабость нельзя демонстрировать. С другой стороны, когда ты просишь, ты вроде как в позиции зависимого и спрашивающего, да, там и так далее. Поэтому у нас все такие, ну, сами в повалку. Вот, поэтому что я бы здесь рекомендовал? Во-первых, сначала научитесь оказывать поддержку. Просто поймите, что вы тоже являетесь для человека как бы стороной, которая может оказывать поддержку. Это не требует никаких космических усилий. Вот. Значит, второе, это убедитесь в том, что у вас отношения такие, потому что, возможно, вы живете в паре 20 лет, спите раздельно, время проводите раздельно, там и так далее. Ну, и в целом друг другу уже где-то плешь проели, где-то, так сказать, печень не стрепали. Ну, как бы, те ли это отношения, в которых вы имеете как бы шанс на поддержку? Вот, это проанализируйте. И третье, значит, просите поддержку, говоря человеку о том, что он, ну, хороший, замечательный, и объясняйте, почему. А потом говорите: а я вот тут нахожусь в некотором раздрае, не знаю, как быть, вот, хочу на тебя опереться, вот, можно ли?